Ага, как будто тебя пчела в болт ужалила. Это точно. Почему производитель шампуня не может это исправить? Есть же шампунь без слез. Почему нельзя сделать шампунь без пчел в члене? Они вряд ли думали, что ты используешь шампунь без слез на члене. Там написано, нанесите на головку малыша. У меня вопрос получше. Какого хрена два обдолбыша шарится по этому жутковатому лесу? Слушай, оно того стоит. Я же сказал, это округ Гумбольдт. Здесь все четкие пацаны выращивают самую убийственную шмаль. Думаешь, они обрадуются, если мы их обчистим? Мы же не все возьмем. Сорвем пару кустиков. Они обратно отрастут. Это как клешня у лобстеров. Сечешь, как хвост у ящерицы. Отрастет. Это не по понятиям как-то. Расслабься, чувак. Слушай, все будет ништяк. Скрутим один косячок, а потом свалим отсюда. Только один? Только один. Значит, ты пофиг, да? Шевели булками! Твою мать, это что, беспилотник? Мы для них цель номер один! Йоу, кажись, улетели. О, ух ты! Там хижина в лесу, можем спрятаться в ней. Не, братан, я стремаюсь. Это похоже на тот ужастик. Какой тот ужастик? Ну тот, про хижину в лесу. Пятница 13-я? Нет, тот, про хижину в лесу. Техасская резня бензопилой? Нет, которая про хижину в лесу. Звонок? Про хижину в лесу. Ведьма из Блэр, что ли? Не, чувак, говорю же, про хижину в лесу. Правосудие Декстера? Это было не в лесу, это сериал, а не фильм, блин. Слышь, нет у нас времени играть в угадайку. Нужно спрятаться в этой хижине в лесу. Что это был за звук? Похоже, дом еще усаживается. Он новый. Пойду осмотрюсь. Валяй. Какого хрена?